первый, есть контакт подъема. Есть запуск с двигателем первой ступени ракеты носителя. Двигатели вышли на режим. Прошел контакт подъема. 10 секунд. Полет нормальный. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. Тридцать секунд. Полет проходит по программе. Сорок секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. Пятьдесят секунд. Двигатели ракетоносителя работают устойчиво. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Все системы ракетоносителя работают устойчиво. 80 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 90 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. 100 секунд. Полет проходит по программе. 110 секунд. Давление в камерах сгорания в норме.